Так, возвращаемся назад. Ага, понятно. Да, похоже, я открыл. А что я открыл? Какую дверь я открыл? Вон ту, например, да? Наверное. Например. Ну, например, наверное, это слова, которые начинаются на одну букву, поэтому немножечко спутал. Хотел сказать, наверное, но сказал, например. Ну, бывает. Давай, лети, лети, лети. Да, я эту дверь открыл. Друг, здравствуйте. Ой, там еще кто-то такой здоровый ходит. Я вообще хз, кто это такой? Так. Так. Опанцы. Это у меня немножко бомбануло. Шутка, это... Это у нас на улице бомбят. Так. А ты кто такой? Друг, ты кто такой? О, так ты... Так ты безобидный, слушай. Ох, я-то думал, ты сейчас меня будешь просто гнобить. Так, ладно, я что-то его переборщил. Нужно подождать, пока у него появятся блестки. И потом давать ему палкой по жопе. И он нам будет давать свет. Так, понятно. Понятно. Так, опять я маленький. Еще какой-то луч. Локация какая интересная. Так, дверь открылась. Вон та. Ну-ка, если я понял, надо что-то придумать. Надо что-то сюда поставить. Ну-ка. Давайте я вот так это обойду. Может, тут на время? Да, тут на время. И на самом деле я могу успеть. Я просто притормозил, чтобы взять вот эту вот синюю, синий кристалл. Так, ладно, на самом деле я потратил много времени на разворот, поэтому я сейчас сделаю прям вот так вот. Погнали, 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 погнали. Прямо перед носом. Так. Надо подумать. Подумать надо. А вот что если я сделаю вот так вот? Сделаю прыжок. Нет. Так не пойдет. Даже нету чего-нибудь, что можно было бы подложить. Ну-ка. Тихо. Мне кажется, можно забраться туда. Как-то, но я пока не знаю как.
Ну-ка. Ну-ка. Здесь ничего. Никаких выступов, никаких вообще ничего. Так, здесь смотрим. Тоже ничего такого интересного, да? Так, а здесь, здесь. Вот я прям вижу, что вот прямо залезть на меня. Окей. Так, наверное, я это дело просто так не пройду. А что если я прыгну вот сюда? Ну-ка. Меня же там не было. Из, давай, 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 допрыгивай. Молодец. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Есть, добежал. Ну-ка. Так. Так, здесь я был. Да, капельку подбирать не буду. Так, лады. Лады, лады, лады. И допрыгал. Так, это вход. Значит, надо мне вот сюда запрыгнуть. Прыгаем. Давай, 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 давай. Немножко страшно прыгать через такие большие расстояния. Ай, нет, прыгать не надо отсюда, потому что высоко. Могу это самое. А, нет, стойте. По-моему, я был. О, немножко сбил микрофон. Так. Я, по-моему, был вот в этой двери. Так. Я, конечно, прошу прощения за то, что я микрофон этот нечаянно руками бью. Просто я там поправлял кое-что. И без этих поправлений, ну никак. Так, идем сюда. Дело в том, что, как оказалось, вот эти желтые лучи, они не наносят урона. Вот, поэтому я смело могу пройти сюда. Так. Ой, ребята вышли. Дратути, ребятути. Тебя хоть толкать можно? Можно. Так. Ну-ка, если я... Надо же, они только в одну сторону смотрят. Ничего себе. Где ваше боковое зрение, ребята? Блин, вот это я зря. Вот это я зря. Я нечаянно. Так вот. Как говорится, нечаянно ему по жопе дал. А он мне сдачи сразу же дал. Так. Тихо, тихо, тихо. Вот так вот заходим.
Главное на клавишу удара не нажать, а то будет как в тот раз. Так, все, запрыгнули. И куда мне дальше-то идти? Я ж ничего не вижу. Так, да? Так, буду, значит, прыгать и смотреть. Ну-ка, а что если я туда пойду вот так? Сначала вот так вот. Потом вот так вот. Вот так. Да, что, дальше не двигается, да? А если чуть-чуть подвину? А, все равно не двигается. А, ну вроде все. Прошли этот момент. О! О! Ну-ка. Возьмем ящик. Нет, я его уронил. А, нет, не уронил. Я его хотел закинуть сюда. Эть. Ну, хорошо, хорошо, что вот так вот получилось, потому что накосячил с ящиком. Так, ну на самом деле мне туда-то и не надо. В маленькую, там же я спихнусь в лаву. Поэтому идем сюда. Ай! А! Я понял. Я все понял. Ну-ка. Значит, так, ну пускай подъедет. Я на тебя прыгну. И сразу. Ух! А интересно, что эти лучи делают? Может быть, действительно надо туда закинуть ящик? Чтобы там все отреагировалось. Ага, тут даже буквально секунду держится, чтобы я мог. Ёп, я закинул! Я закинул и упал. А. Ну это я молодец. Это я молодец. Ну-ка, а что если я встану сюда? Сюда. Ну-ка. Ну, кстати, как вариант. Как вариант, чтобы не это. А чё это лучше теперь нет? Нафиг мне тогда коробка нужна? А, там вон еще второй луч. Так что все нормально. Так, друг, ты мне тут мешаешься? Давай, уходи отсюда. Так. И сейчас я люто бешено нажму на Shift. Ну, давай.
не кинул коробку почему-то. Странно. Странное дело. Ну, давай, приближайся. Ладно, придется сделать вот так. Потратить одну жизнь, чтобы... Чтобы... Так, друг. Давай, уходи отсюда. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Так, в ту сторону, давай. Тусуйся там. Все. Все равно не попал. Что ж такое-то? У меня было, если помните, 40 жизней с чем-то. Сейчас их 16. Даже, я бы сказал, 17. Есть. Ну-ка. Так, спокойно. Значит, нужно... Так. Так, значит, прыгаем и... Ай! Почему я такой дурак, а? Сейчас сделаем. Столько, блин, жизни потратил только ради одной коробки. Так, друг, давай. Иди-ка ты отсюда. Тут бомбящий эльф. Поближе. Вот так, я думаю, нормально будет. Есть! Я на самом деле не знаю, зачем я это сделал. Ну, зачем убрал эти два луча. Давайте я пойду посмотрю, что оно дает. Может быть, там что-то открылось у меня. Тихо. Не на ту кнопку нажал. Сейчас бы в лаву свалился. Так. Ничего? Ничего. Ай-яй-яй-яй-яй! Молодец. Какой я молодец. А, ну, собственно, тут все появился там, где... Там, где надо... Теперь с этими ребятками. Вот сюда. Потом вот сюда. Чё, не дотягиваешься, да? Так, вот она лестница, которая нужна. Всё. Все же, да? Так, теперь... Ага. Интересно, здесь эти друзья появятся, нет? Нет, не появились. Что очень хорошо.
Хотя нет, подождите. Прежде чем возвращаться, я все-таки посмотрю здесь, можно ли куда-то забраться. Потому что не зря там вот эта вот подставка. Так. А здесь тоже ничего. А здесь, смотрите. А, нет, не смотрите. Так, ну-ка. Так, ну-ка. Ну, допустим, сюда залезть можно, да? А, собственно, больше никуда. Ладно. А раз никуда не залезть, пойдем мы куда шли. Ну-ка, стойте. Стойте. Тоже показалось. Ладно. Опа, поднимаемся. Так. И вы знаете, наверное, хорошо, что я туда пошел, потому что... Нет, там на двери паутинка, значит, нам, похоже, вот сюда. Так вот он, прыжок, да? И разогнались. Так, смотрите, я вот маленький, я вот большой, и поэтому погнали. Я тут теперь бегаю, бегаю быстрее, да. Друг. Отлично. Что за лестница и нас ждет? О, еще что-то какая-то... Фиговина, да? Что там у нас? Так, надо сначала посмотреть сюда. Может, что-то спрятано. Конечно, спрятана жизнь. А здесь у нас что? Класс. Так, и здесь у нас есть камера. Ну-ка. Ну, собственно, которая показала бы... Что у нас там за углом? О, и я чувствую, нам нужно туда, да? Сейчас надо подумать, что да как. А вот смотрите. Ну вот летают здесь лучи, и под нами как раз луч такой... Который не двигается, да? И так как... Ну-ка. Ух ты, ё! Офигеть, это страшно было. Так, ну мы видим выход. Гномик там стоит, ну-ка. Всё. Прошел уровень, ну-ка. Здравствуй, гномик. Пойдем со мной.